Алика, мне нужна ваша помощь. Выходите на сцену. Добрый вечер. Добрый вечер. Как настроение? Становитесь вот сюда. Пока хорошее. Это очень хорошо. Давайте станем вот так. Вам часто снятся сны? Да. Что-то обычно бывает? Ну, видимо, подсознательно некоторые переживания, тревоги, они во снах. Хорошо. Сейчас мы проведем небольшой эксперимент. Послушайте меня внимательно. Когда я вас попрошу закрыть глаза, я хочу, чтобы вы максимально сконцентрировались и почувствовали какие-то ощущения. Это может быть все, что угодно. Дуновение ветра, какое-то тепло или какие-то легкие прикосновения. Я хочу, чтобы вы максимально запомнили их, эти ощущения. Ничего не произнося вслух, просто думайте о них. Когда вы услышите мой голос, я задам вам вопрос, на который я хочу получить точный и лаконичный ответ. Хорошо? Да. Хорошо. То есть я не открываю до вашего голоса глаза? Да. Окей. Молчим и не подглядываем. Алика, откройте глаза. Вы что-нибудь чувствовали? Ну, вы прикоснулись ко мне раз, два, три. Три раза, кажется. Два или три? Два. Покажите, куда? Сюда. Спасибо. Алика, поднимите, пожалуйста, правую руку вот так. Я боюсь. Ничего страшного. Немножко повыше, чуть-чуть буквально. Повыше? Повыше, да. Хорошо. Закройте глаза. То же самое, сконцентрируйтесь просто на ощущениях и запомните их, не произнося ничего вслух, просто думайте о них, хорошо? Откройте глаза. Вы что-нибудь чувствовали? Да. Что это было? Это было прикосновение? Да, но это... Покажите, куда? Вот здесь. Легкое, нежное прикосновение. Да, я прав? Такое, да. Спасибо. Опустите руку. Очень часто наши сны могут быть очень яркими, но не всегда получается почувствовать вкус, ощутить запах или прикоснуться к чему-либо. Поднимите еще раз руку. Немножко, вот так, немножко пониже. Закройте в кулак. Хорошо. Сосредоточьтесь на ощущениях. Алика, откройте ладонь, пожалуйста. Откройте руку, посмотрите на ладонь, покажите на камеру. У нас получается. Получается? Да, у нас все хорошо. Можете опустить руку. Алика, я хочу, чтобы вы сейчас подумали о своем самом запоминающемся сне. Хорошо? Да. Ничего не произнося вслух, просто думайте о каких-то отдельных словах, деталях. Они могут возникать в вашей голове какими-то вспышками. Угу. Закройте глаза и просто думайте о этих. Возможно, это будут просто слова. Эти ощущения могут быть необычными. Не бойтесь их, просто мне доверьтесь. Противоречивый сон. Почему-то холодный ужас сменяется ярким восторгом. Я прав? Да, да, да. Откройте глаза. Но есть еще одна деталь вашего сна. Самая важная деталь, которая запомнилась больше всего. Я хочу, чтобы вы назвали эту деталь. Что это было?
можете сказать? Там было несколько деталей. Что? Там было несколько деталей. Вот сейчас, вот в этом сне. Какая-то яркая деталь вашего сна. Самое важное. Ну, какие-то порывы чего-то, какой-то, я бы сказала, сила такая непонятная, которая может поднимать, опускать. Я хорошо. Я верну в полной мере атмосферу вашего сна. Да. У меня есть для вас сюрприз. Да. Возьмите шкатулку. Присаживайтесь вот сюда. Вернитесь ко мне. Я увидел еще кое-что. Это самая яркая деталь вашего сна. Откройте шкатулку и посмотрите, что внутри. Ну да. Это оно? Да. Это лепестки роз? Да. Покажите всем. Ну, я можете высыпать прямо. Да. Алика. Так и есть. Я хочу, чтобы вы держали шкатулку перед собой вот так. Это потрясающе. На вытянутых руках. Не, ну это потрясающе. Держите. Немножко повыше, хорошо. Ваш сон, можете опустить, ваш сон действительно потрясающий. И это были не просто лепестки роз, это был дождь из лепестков роз. Вам нравится? Очень. Молодец, Артем. Спасибо вам. Спасибо. Вау. Друзья, я желаю, чтобы все ваши самые красивые сны воплотились в вот такую реальность. Спасибо.